Итак, всем доброго времени суток, с вами канал Мир Вокруг Трилобита, и у нас сегодня с вами такая необычная прогулка, вдоль северо-восточной Хорды, или, как ее еще называют, Северная Ракада. Вообще, это новая бессветофорная магистральная улица общегородского значения первого класса с непрерывным режимом движения, которая, вообще говоря, должна вот в конце 2018 года уже капитально сдаться в эксплуатацию, и мы по ней увидим первый автомобиль, я думаю, что в декабре, может быть, даже на Буранке здесь прокатимся и покажем вам кадры с регистратора. Ну а пока вот у нас сегодня такое историческое видео, то есть мы сейчас видим то, кто вообще, как вот эта северо-восточная Хорда строится, то есть что здесь вот, какие виды открываются в процессе ее постройки. Вот видим, как здесь что все выглядит. Вот, смотрите, запоминайте, потому что в конце года здесь все уже будет совсем другое. Здесь уже будет такая современная дорога с эстакадой, с хорошим таким полотном в обе стороны. И по ней будут ездить автомобили. Кстати говоря, вот эта Северная Ракада, да, она должна будет продолжить магистраль Москва-Санкт-Петербург. Вот. И вообще, как бы, ее основная функция будет заключаться в разгрузке транспортных таких вот пробок на МКАДе, в Волгоградском проспекте, Рязанском, а также части Щелковского шоссе. Вот. И вообще такие показатели вот в интернете можно прочитать, что вот строящаяся магистраль, она на 20-25% сократит количество пробок вот на озвученных трассах. Так что ждем, ждем конца года, чтобы можно было покататься и посмотреть, как это все будет на самом деле. А пока что вот смотрим за строительством, за бульдозерами, грейдерами и КАМАЗами. Подписываемся на наш канал, ставим лайки, пишем комментарии. Всем привет, пока!